Рассчитываем на продолжение многогранного партнерства, позитивного партнерства с Русской Православной Церковью. Будем всячески способствовать ее восстановлению. Будем вместе с вами работать в деле укрепления согласия в нашем обществе, в укреплении его нравственного стержня, сохраняя, безусловно, светский характер нашего государства. Не допуская огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного, примитивного понимания светского. Русская Православная Церковь во все времена и эпохи всегда была со своим народом. Делила с ним все беды и все радости, поддерживала его и вдохновляла. Скрепляла нравственный каркас общественной жизни, да и всей нашей национальной государственности. Напомните другие страницы своей истории, в том числе извлекать уроки из драматических событий начала XX века, когда во многом именно с размывания духовных и национальных основ, с настоящей травли Русской Православной Церкви и других наших традиционных конфессий началось разрушение единого государства, единой страны, ее срыв в революции и потрясения, в братоубийственные конфликты и в